Небо голубое, вода мокрая, лягушки зеленые, мужчины любят фигуристых женщин. С этим спорить бесполезно. Мода пошла красить в один цвет, все пошли краситься в один цвет. Мода пошла губы делать, все начали. Ну, почему? Знаете почему? Потому что отличаться от других ненормально. Потому что вы не видите собственную индивидуальность. Потому что вы не принимаете ее. Если у вас есть лишний вес, или так скажем, вы бодипозитивщицы, это нормально. Я никогда не был против лишнего веса. Нет, я констатирую, что большинству мужчин, 90% мужчин, нравятся фигуристые женщины. Но это не я придумал. Это небо голубое, вода мокрая, лягушки зеленые, мужчины любят фигуристых женщин. С этим спорить бесполезно. Ну, буду я не согласен с тем, что... Давайте как феминистки сейчас кричать. Мужчины, вам не должны нравиться фигуристые женщины, вы должны выбирать, кого хотите. Ну, вам же нравятся мускулистые мужчины. Вам же нравятся ответственные мужчины. Вам же нравятся мужчины с деньгами, которые могут подарить женщин. Что мы теперь... Мужчины... Нет, есть такие мужчины, которые выходят с транспарантами и говорят... Вы, женщина должна перестать быть меркантильной. Женщины не должны требовать, что мужики зарабатывали. Вот если у мужика есть пивное брюхо, он лежит на диване, ни хера не делает, у него 2 рубля в кармане, которые он тратит на себя, это нормально. Вы должны таких мужчин выбирать. Вы должны давать им секс. Ну, вы же скажете, да пошли вы нахрен. Чего вы мне диктуете, каких мужчин выбирать, да? И мужики точно так же. Им нравятся фигуристые женщины. Я не против. Я, наоборот, за. Вы должны принимать свое тело, вы должны принимать себя. Именно из принятия себя вы можете менять себя. Если вы себя не принимаете, какой сейчас есть, как вы можете себя изменить? Да. Поэтому нормально. Но почему вы не принимаете себя? Почему, если у вас есть какой-то излишний вес, почему вы не принимаете? Потому что вы говорите, отличаться от других ненормально. Я не признаю себя как уникальность. Я не признаю себя, у меня какой-то нос не такой. У меня чего-то тут вот как бы разрез глаз как бы сюда, а не сюда. Вот, у меня что-то сиськи как-то, молочные железы недостаточно большого размера. Кто вам сказал это? От кого это? Откуда это прошло? Это пошло оттуда, что мама и папа в детстве, в школе вам говорили. Отличаться от других ненормально. Они говорили, вон видишь все девочки с белыми фарточками идут. Вот видишь у всех белые сандалики. Что ты высовываешься? Будь как все. Не лезь никуда, не высовывайся, будь как все, да, уравниловка, всех подравнять, чтобы все были одинаковые. Ну, с точки зрения педагогов, ну, такой волонтаристской педагогики, уравнять всех, конечно, легче. Ну, что проще управлять. Я хорошо понимаю педагогов, я не против них, я очень хорошо, у них тяжелый труд, попробуйте. Вы хоть раз пробовали, у нас в классе было 30 человек, вы хоть раз попробовали с 30 человеками, ну там, 6-классников или 7-классников справиться? Тут бывает на коронавирусе 2 детей в квартире осталось на месяц, и родители сразу застрелились. А теперь представьте, педагоги, они каждый день встречаются с этими 30 просто оторванными просто детьми. Конечно, ну, нужно как-то уравнивать, да, чтобы как-то сделать как-то массу, вот, слепить всю серую массу, потому что очень сложно индивидуальный подход найти каждому. Их 30 человек, блин! Конечно, всех уравнивали. Да, это проблема, это проблема системы образования. Нужно, конечно, лучше, больше хороших учителей, меньше группы и учить чему-то более интересному, нежели чем каким-то скучным цифрам. Но, тем не менее, нас учили, что отличаться от других ненормально. И поэтому, с одной стороны, это Эрих Фромм говорил, с одной стороны, в нас живет чувство индивидуальности. Каждый из нас очень хочет индивидуально проявиться. Именно поэтому мы одеваем разные платья, там, костюмы, красимся по-разному. Я бороду отпустил, чтобы отличаться от других, да, там, как-то там стрижемся, как-то мы думаем, что нам так... Мы хотим проявить индивидуальность. С другой стороны, в некоторых областях мы совершенно не боимся проявлять индивидуальность. Например, какую-то свою реакцию, какое-то свое мнение. Женщины очень часто бывает боятся высказывать свое мнение, потому что думают, я сейчас какую-то глупость скажу, лучше как все промолчу. Все. Откуда это? Это из детства. Пока мы не сепарировались от этих родительских установок, пока мы не отделились, пока мы не выкорчевали эти установки, вот так же мы вынуждены быть кем? Серой мышкой, золушкой, вот этой вот серостью, как бы не видеть индивидуальность в себе. Но если вы не видите индивидуальность в себе, вы не видите ее и в других. Поэтому, когда человек говорит, все вокруг бараны, я говорю, что, ну, если все вокруг бараны, то бараны ты, наверное, да. То есть я не вижу вокруг индивидуальности, значит, скорее всего, я не вижу и себя индивидуальность, я пытаюсь просто сделать вид. Обычно это гиперкомпенсация, когда люди других унижают, говорят, что все остальные глупые, там бараны. Это означает, что внутри он чувствует себя таким же, но он хочет гиперкомпенсировать это унижением других. То есть я просто делаю вид, я пытаюсь создать впечатление, что я чем-то лучше других, демонстрирую это, особенно так очень ярко, как бы нахраписто, как-то очень так демонстративно. Ну, мы таких людей видно, да, мы думаем, ну что ты выпендриваешься, видно же, что ты такой же, как мы, ну что ты. А почему? Потому что внутри этот человек глубоко несчастен, потому что в нем живет установка отличаться от других ненормально. Я боюсь проявиться, я боюсь перейти на новую работу, я боюсь попросить повышения, потому что я же такая, как все, отличаться от других ненормально, я боюсь проявить себя. Пока мы не пройдем сепарацию от родителей, от родительских установок, эта установка будет мешать нам в жизни. Потому что еще Абрахам Маслоу, вы слышали, да, такого? Абрахам Маслоу, пирамида Маслоу, сказал, что целью человеческой жизни, то есть стремлением человеческой психики является... Высшим стремлением, к чему мы все стремимся, это самореализоваться, то есть проявить свою индивидуальность. Это самое большое стремление человека, то есть все мы идем к тому, стремимся к тому, чтобы проявить весь свой творческий потенциал. Мы хотим отличаться от других людей, мы хотим выделиться, мы хотим ощутить собственную индивидуальность, мы хотим, чтобы нас признали. Но эта установка отличаться от других ненормально держит нас в страхе, что мы как-то будем отличаться от других. Хотите убрать ее? Приходите на психотерапевтический вебинар.